Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня я представляю, а также напоминаю для своих слушателей о неординарном, удивительном лекарстве для нашей печени и не только, которое называется LIV-52. Данное средство известно, примерно с середины, с конца 80-х. Первый раз я с ним познакомился, мой отец работал в милиции и по блату достал это средство. Его тревожила печень, она у него там была увеличена и так далее, потому что он нормально так бухал по вечерам и не только. И он доставал себе различные гипопротекторы. Тогда их было практически не достать никакие вообще, ни Корсил, ни LIV-52. Ничего невозможно было достать. Но он временами все это доставал и, в принципе, пропивал. Уже в 90-х годах LIV-52 свободно появился в аптеках. И можно было насладиться, так сказать, его приемом. Те, кто не смог это сделать в 80-х годах. Данное лекарство полностью растительное, и все растения не из нашего региона. Это лекарство, по-моему, не то индийское, не то вьетнамское. Для чего же его пьют? Данный препарат оказывает гепопротекторное, антитоксическое, противовоспалительное, желчногонное, антиоксидантное, антианорексическое действие, способствует улучшению процесса переваривания и усвоения пищи. Ну и, конечно же, его, как правило, пили при различных проблемах с печенью. Это жировой гепатоз, это различные гепатиты, другие проблемы, а также его пили для профилактики, для оздоровления, для обновления печени после, например, токсического воздействия алкоголя. Есть хорошие отзывы об этом препарате, есть и плохие. По некоторым данным, считается, что это неэффективный препарат, и даже многие говорят, что он вредный. Насчет вредный не знаю. Вредный может быть стриптоцид, сульфадимизин там, или что-то еще такое ужасное. Полностью химическое. Здесь травы, большого вреда, я думаю, он принести не может, этот препарат. Как его правильно принимать и сколько он стоит? Стоит он, как вы видите, 222 гривны. То есть это примерно $9. Здесь большое количество таблеток, 100 таблеток. Вот вы видите эти таблетки. Просто прессованное растение. Различные растения, смешанные и прессованные. Как бы сбор прессованный трав. Конечно же, например, в России, в Казахстане, в Беларуси, где-то еще, он может стоить других денег. Так как пошлины там могут быть другие. Напишите в комментариях, сколько препарат стоит в вашем регионе и есть ли он вообще, продается ли он вообще в ваших аптеках. Было бы очень интересно почитать, где он самый дешевый. Сколько его необходимо пить? Я почитал все инструкции и рекомендации, которые я нашел. Пить его рекомендуют, как правило, от 1 до 2 месяцев беспрерывно. По 2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Под этим видео я помещу инструкцию. Обязательно с ней ознакомьтесь. Там, кстати, есть список всех этих трав. Конечно, они все импортные, нам неизвестны, но можно погуглить, что это за травы, какие-то отзывы и так далее. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!